Снижены цены на консульские услуги в загранучреждениях. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Айбек Артыкбаев. По его словам, снижение в зависимости от вида консульской услуги составило от 40% до 80%. В частности, тариф за оформление паспорта снижен с 50 до 30 долларов, свидетельство на возвращение в страну с 20 до 10 долларов, нотариальное действие с 50 до 10 долларов, документы по линии ЗАГСа с 30 до 10 долларов. Замминистра уверяет, что это позволило снять значительную часть материальной нагрузки с трудовых мигрантов и иных категорий граждан в иностранных государствах.